22 августа Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбаев встретился с первым руководителем Генерального консульства Китайской Народной Республики в Актобе Го Юй. В ходе официальной встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества в области экономики, логистики, туризма и сельского хозяйства. Глава региона отметил, что торговое и экономическое сотрудничество между Мангистауской областью и Китаем постоянно развивается. В регионе успешно функционирует 61 казахстанско-китайская совместная компания. За январь-май 2024 года внешний торговый оборот Мангистауской области с КНР составил 34,7 миллионов долларов США. На встрече Нурдаулет Килыбай пригласил инвестиционное сообщество Китая принять участие в развитии сфер туризма и сельского хозяйства, в частности, переработки верблюжьего молока. Мы работаем не только по тем направлениям, которые сегодня были озвучены. У нас сейчас пошло новое направление, это сельское хозяйство с китайскими партнерами. То есть речь идет о поставке верблюжьего молока в Китай в виде порошка. Это может быть и небольшой проект для Китая, для Мангистауской области, но это очень социальный проект для жителей сельских местностей.